Exorcista Cold Storm. Проснитесь и пойте, мистер Фриман, проснитесь и пойте. Нет, я не хочу сказать, что вы спите на работе. Никто не заслуживает отдыха больше вашего. И все усилия мира пропали бы даром, пока, скажем просто, что вас час снова пробил. Нужный человек мне в том месте может перевернуть мир. Так проснитесь же, мистер Фриман. Проснитесь, вас снова ждут великие дела. Я не заметил, как ты сел? Мы встретимся позже. Это мой третий перевод за год. Ну, вот и конец линии. Добро пожаловать! Добро пожаловать в Сити-17!
Сами вы его выбрали или его выбрали за вас. Это лучший город из оставшихся. Я такого высокого мнения о Сити-17, что решил разместить свое правительство здесь, в цитадели, столь заботливо предоставленной нашими покровителями. Я горжусь тем, что называю Сити-17 своим домом. Итак, собираетесь ли вы остаться здесь, или же вас ждут неизвестные дали, добро пожаловать в Сити-17. Здесь безопасно. Первое предупреждение, отойти. Но это все, что у меня осталось. Га! Проходи, двигайся. Все в порядке, я иду. Черт. Добро пожаловать. Добро пожаловать в Сити-17. Сами вы его выбрали или его выбрали за вас. Это лучший город из оставшихся. Я такого высокого мнения о Сити-17, что решил разместить свое правительство здесь, в цитадели, столь заботливо предоставленной нашими покровителями. Я горжусь тем, что называю Сити-17 своим домом. Итак, собираетесь ли вы остаться здесь, или же вас ждут неизвестные дали, добро пожаловать в Сити-17. Здесь безопасно. Добро пожаловать в Сити-17. Сами вы его выбрали или его выбрали? Не пейте воду. Они что-то туда подсыпают, чтобы мы ничего не помнили. Я даже не помню, как я сюда попал. Я такого высокого мнения о Сити-17, что решил разместить свое правительство здесь, в цитадели, столь заботливо предоставленной нашими покровителями. Я горжусь тем, что называю Сити-17 своим домом. Итак, собираетесь ли вы остаться здесь, или же вас ждут неизвестные дали, добро пожаловать в Сити-17. Здесь безопасно. Проходи. Опять доктор Брин? Я надеялся, что в Сити-14 видел его в последний раз. Я бы не стал так громко говорить. Это его опорная база. Осторожнее. Я собираюсь силами. Добро пожаловать! Добро пожаловать в Сити-17. Сами вы его выбрали или его выбрали за вас. Это лучший город из оставшихся. Я такого высокого мнения о Сити-17, что решил разместить свое правительство здесь, в цитадели, столь заботливо предоставленный нашими покровителями. Я горжусь тем, что называю Сити-17 своим домом. Итак, собираетесь ли вы остаться здесь, или же вас ждут неизвестные дали, добро пожаловать в Сити-17. Здесь безопасно.
оставшихся. Я такого высокого мнения о Сити-17, что решил разместить свое правительство здесь, в цитадели, столь заботливо предоставленной нашими покровителями. Я горжусь тем, что называю Сити-17 своим домом. Итак, собираетесь ли вы остаться здесь? Или же вас ждут неизвестные? Проснитесь и пойте, мистер Фриман, проснитесь и пойте. Нет, я не хочу сказать, что вы спите на работе. Никто не заслуживает отдыха больше вашего. И все усилия мира пропали бы даром, пока, скажем просто, что вас час снова пробил. Нужный человек мне в том месте может перевернуть мир. Так проснитесь же, мистер Фриман. Проснитесь, вас снова ждут великие дела. Возможно, мы встретимся позже. Ну, вот и конец линии. Добро пожаловать! Добро пожаловать в Сити-17. Сами вы его выбрали или его выбрали за вас. Это лучший город из оставшихся. Я такого высокого мнения о Сити-17, что решил разместить свое правительство здесь, в цитадели, столь заботливо предоставленной нашими покровителями. Я горжусь тем, что называю Сити-17 своим домом. Итак, собираетесь ли вы остаться здесь, или же вас ждут неизвестные дали, добро пожаловать в Сити-17. Здесь безопасно. Опять доктор Брин? Я надеялся, что в связи 14 видел его в последний раз. Я бы не стал так громко говорить. Полный порядок. Стоять! Стоять! Стоп 4! Подряд на месте, докладываю. Полный порядок. Добро пожаловать! Добро пожаловать в Сити-17. Сами вы его выбрали или его выбрали за вас. Это лучший город из оставшихся. Я такого высокого мнения о Сити-17, что решил разместить свое правительство здесь, в цитадели, столь заботливо предоставленной нашими покровителями. Я горжусь тем, что называю Сити-17 своим домом. Итак, собираетесь ли вы остаться здесь? Или же вас ждут неизвестные дали, добро пожаловать в Сити-17. Здесь безопасно. Добро пожаловать! Добро пожаловать в Сити-17. Сами вы его выбрали или его выбрали за вас. Это лучший город из оставшихся.
Я такого высокого мнения о Сити-17, что решил разместить свое правительство здесь. Это какая-то ошибка. У меня обычный миграционный билет, как у всех. Проверить численность. Должен тебе пиво. Гордон, это я, Барни из Черной Мезы. Прости, что напугал. Я разыгрывал представление перед камерами. Я работаю на ГО для прикрытия. Надо побыстрее, а то возникнут подозрения. Я же никогда не выполню норму избиений. Да, Барни, в чем дело? Я занят важной проверкой. Извини, док, но посмотри-ка, кто здесь. Боже мой, Гордон Фриман! Как неожиданно! Я тоже не ожидал, док. Он чуть не сел на экспресс до Нового проспект. Ну, Барни, и что ты предлагаешь? Я думаю. Тут где-то была Алекс. Может, она придумает, как его сюда доставить. Если он будет держаться подальше от постов, все будет в порядке. Слушай, мне надо идти. Мы и так сильно рискуем. Хорошо. Гордон, рад тебя видеть. Ладно, Гордон. Тебе придется идти до лаборатории доктора Кляйнера самому. О, черт. Этого я и боялся. Давай сюда, Гордон, пока ты меня не засветил. Поставь ящик, чтобы выбраться через окно. И иди на площадь. Я тебя позже найду. Позвольте мне зачитать письмо, которое я получил. Уважаемый доктор Брин, почему Альянс подавляет наш цикл размножения? Возможно, нарушение порядка третьего уровня. Поэтому, гражданин. Спасибо за письмо, гражданин. Конечно, ваш вопрос касается основных биологических надежд и страхов за будущее вида. Я чувствую, что у нас как-то невысказанных вопросов. Знают ли наши покровители, что для нас лучше? Что дает им право принимать такие решения за человечество? Позвольте мне... Подними эту банку. Уважаемый доктор Брин, почему Альянс подавляет наш цикл размножения? Искренне ваш обеспокоенный гражданин. Спасибо за письмо, гражданин. Конечно, ваш вопрос касается основных биологических потребностей, надежд и страхов. Выдаю предписание о неповиновении.
Я чувствую и несколько невысказанных вопросов. Знают ли наши покровители, что для нас лучше? Что дает им право принимать такие решения за человечество? Отключат ли они когда-нибудь поле подавления и позволят ли нам размножаться? Чем отвечать на каждый невысказанный вопрос, позвольте мне разрешить сомнения, лежащие в основе вашего беспокойства. Сначала давайте рассмотрим тот факт, что впервые в истории мы стоим на пороге бессмертия. Этот факт влечет за собой далеко идущие выводы. Он требует полного пересмотра наших генетических потребностей. Он требует планирования и обдумывания, что идет вразрез с нашими психологическими установками. В такое время необходимо, может быть, напомнить себе, что наш истинный враг — это инстинкт. Инстинкты воспитывали нас, когда мы только становились. Инстинкты предупреждали нас и оберегали нас в те тяжелые годы, когда мы делали первые орудия, готовили скудную пищу на костре и вздрагивали от теней, скачущих на стенах пещер. Но инстинкт неотделим от своего двойника — суеверия. Инстинкт неразрывно связан с необдуманными импульсами. И теперь мы видим его истинную природу. Но инстинкт знает о своей бесполезности, и как загнанный в угол зверь ни за что не сдастся без кровавого боя. Он может нанести человечеству смертельную рану. Инстинкт создает своих тиранов и приказывает нам восставать против них. Он говорит нам, что неизвестное — это угроза, а не возможность. Инстинкт хитро и незаметно уводит нас с пути изменений и прогресса. Поэтому инстинкт должен быть подавлен. Им нужно нещадно бороться, начиная с основной потребности человека — потребности в размножении. Мы должны благодарить покровителей за помощь в борьбе с этой всепоглощающей силой. Нажав на переключатель, они изгнали наших демонов. Они дали нам силы движения, и мы сами не могли найти, чтобы справиться с этой манией. Они указали нам цель. Они помогли нам обратить взоры к звездам. Я уверяю, подавляющее поле будет снято в тот день, когда мы овладеем собой, когда мы докажем, что больше в нем не нуждаемся. Этот день превращения по сведениям из надежного источника. Я сказал отойти. Устанавливаю порядок. Ищешь неприятности? Thank you.
сказать. Местные отряды ГО, доложите обстановку. Здесь все в порядке. Выдаю предписание о неповиновении. Вот так всегда. Сначала здание, затем весь квартал. Зачем им сюда приходить? Не беспокойся, они найдут причину. Двигайся. Вниманию жителей, замечено отклонение численности. Сотрудничество с отрядом ГО награждается полным пищевым рационом. Быстро на крышу! Нельзя терять ни минуты! А вот они! Боги!
внимание. В портале потенциальный источник вреда собрать. Давай сюда, быстро! Давай быстро на крышу! Быстрее! Внимание всем гражданам жилого квартала. Занять места для инспекции. Thank you.
Ноша. Полагаю, ты Фриман. Внимание. Неопознанное. Нам надо спешить. Комбайнов может и трудно раскачать. Но если уж это сделать, лучше им на глаза не попадаться. Доктор Кляйнер сказал, что ты пойдешь этой дорогой. Ха, кажется, он не подумал о том, что у тебя нет карты. Я Алекс Венс. Мой отец работал с тобой в Черной Мезе. Хотя я уверена, что ты меня не помнишь. Да, неразговорчивый. Помнишь его по Черной Мезе? Старого администратора? Хм, только не упоминай имя доктора Брина при отце. Сюда. Сюда, Гордон. Забавно, что ты появился именно сегодня. Мы помогали людям сбежать из города пешком, через старые каналы. Это опасный путь. Кажется, мы наконец-то придумали кое-что получше. Давай я куплю тебе воды. И да, кстати, рада познакомиться. Доктор Кляйнер ждет. Ну, а чертовка! Куда она делась? Ламар, выходи оттуда! О-о, все в порядке, доктор Кляйнер? Привет, Алекс. Ну, почти в порядке. Ламар снова сбежала из клетки. Не зная Барни, подумал бы, что он расставил ловушки и... Боже, Гордон Фриман, это в самом деле ты? Я нашла его снаружи. Он попал в переделку. У него талант находить неприятности. Мы обязаны доктору Фриману, несмотря на то, что он приносит с собой неприятности. Должен сказать, Гордон, ты как раз вовремя. Алекс восстановила последнюю часть телепорта. В этом прорыве нет моей заслуги, док. Глупости. Твой талант превосходит даже твою красоту. Давайте убедимся, что эта штука работает, ладно? Получилось? Вот ты где. Черт, Гордон, ты разворошил улей. Ему нельзя здесь долго оставаться. Это поставит под угрозу всю нашу работу. Не волнуйся, он пойдет со мной. Именно, Барни. Это великий день. Торжественно откроем телепорт двойной передачей. Ты хочешь сказать, он заработал? Это точно? Потому что мне до сих пор снятся кошмары про ту кошку. Спокойно. Не надо так волноваться. Кошку? Мы далеко шагнули с тех пор. Далеко. Какую кошку? Док, он все-таки не на прогулку идет. Можно ему и костюмчик что? Дать. О, боже, ты прав, я почти забыл. Барни предоставляют учесть тебе. Мне надо вернуться на пост. Ну да ладно. А вот и... Черт, убери ее от меня!
Ламар, вот ты где. Я думал, ты избавился от этой заразы. Конечно, нет. Не бойся, Гордон. Ей удалили клюв. Теперь она не опасна. Она может только попробовать совокупиться с твоей головой. И это тщетно. Убери от меня эту дрянь. Давай, детка, запрыгивай. Нет, не туда. Нет, нет. Осторожно, Ламар. Эти приборы очень хрупкие. Бог мой. Чтобы уговорить ее выйти оттуда, уйдет еще неделя. Если повезет, то и дольше. Барни, ты не любишь животных? А ну, Гордон, не стесняйся. Надевай костюм. Доктор Кляйнер сказал, что надо его надеть, то лучше надевай. Пора переодеться, Гордон. Давай, Гордон, нет времени фигнёй страдать. Натягивай костюм. Давай дальше. Надевай костюм, Гордон. Гордон, чем дольше ты ждешь, тем больше опасности нас всех подвергаешь. Гордон, будь добр, попробуй, как сидит костюмчик. А ну, Гордон, не стесняйся, надевай костюм. Переодеться, Гордон. Гордон, костюм сидит так, будто на тебя сшит. Ох, он ведь действительно на тебя сшит. Я кое-что в нем изменил. Сейчас расскажу тебе самое главное. Значит так. Конструкция костюма модели 5 изменена для повышения комфорта и функциональности. О, боже. Док, на это нет времени. А пока пора взяться за работу.
давай, доктор Клейнер ждет. Гордон, встань рядом с той панелью и жди моей команды. Айзек, ты там? Да, да, Элай. У нас небольшая задержка. Ни за что не угадаешь, кто сегодня забрел в нашу лабораторию. Это же не тот, о ком я думаю. Он самый, и мы отправляем его прямо к тебе в компании твоей очаровательной дочерки. Ты готов нас принять, папа? У нас все готово. Ну так вперед. Посмотрим. Поток безмассового поля самоограничивается. Мне удалось подобрать верные параметры манифольда для базы CI и орбифольда LG. Тогда включаем ты то же самое говорил. Гильберта. Эй, да, условия кстати, лотереи. Насчет кошки. Два, один. О, господи, что на этот раз? Доктор Штепсель. Господи, ты права. Гордон, не воткнешь штепсель? Вон там, Гордон. Вот так. А он там. Прекрасно. Гордон дернет рубильник. Давай, Гордон. Давай, давай, Гордон. Хорошо. Финальная стадия. Начинаем. Начали. Я не могу. Ладно. Ну как, получилось? Сам посмотри. Эй, док! О, слава богу, как гора с плеч. Отличная работа, Изи. Это не только моя заслуга. Доктор Фримен очень способный ассистент. Ну, давайте тогда переправим Гордона. Ты прав. Поговорим через секунду. Класс, Гордон. Мастерское обращение с рубильником. Я смотрю, не зря ты MIT Ладно, закончил. Ладно, парни, твой черед. Спасибочки. Гордон, пройди в передатчик, и мы отправим тебя к Элаю. Как раз вовремя. Прекрасно. 3, 2, 1. Пуск. Барни, будь так добр. Удачи тебе, Гордон. Да, именно. Мы готовы к отправке, Гордон. Бон вояж. Успехов в твоих начинаниях. Финальная стадия. Что за черт? Да это же твой чертов мозгосос, Ламар. Эдди, берегись. Вот он. Не забудь о ней! Он проходит, что происходит, Дюн? Я не знаю. Похоже на какие-то помехи. Гордон, не двигайся, мы тебя вытащим. Его что-то утягивает. Что все это значит? Да кто вы? Как вы тут оказались? Эй, он вернулся! Я его вытащу. Не входи в поле, тебя разорвет на части! Мы потеряли Гордона. Что происходит? Если бы я только знал, что такое может случиться! Не волнуйся, Гордон. Вон он! Нет, опять мы его пускаем. Кто это вы? Неужели Гордон Фримен? Он не проскочил. Ну тогда где же он? Сзади. Ага! Выключай, выключай! Гордон, уходи отсюда! Беги! Спускайся вниз, я найду тебя позже. Thank you.
Эй, Гордон! В цитаделе полная боевая готовность. Никогда такого не видел. Убирайся из Сити-17 как можно скорее, Гордон! Иди по каналам, они ведут в лабораторию Лая. Это опасный путь, но там много наших. Они помогут тебе, чем смогут. Я бы с тобой пошел, но нужно присмотреть за Клейнером. Да, чуть не забыл. Кажется, ты потерял это в черной мезе. Удачи, приятель. Она тебе пригодится. Внимание! Неопознанное лицо. Немедленно подключение.
неопознанное лицо. Немедленно подтвердить статус в отделе гражданской обороны. Сотруднику ДСП квартал 0. Всем ответить код 3. Внимание, отряда гражданской обороны. Обороны.
Господи, боже! Полагаю, сирены по тебе. Хорошо, ты нашел нас. Ты не первый, кто был здесь. Это Фримен. Судный день Альянса настал. Немедленно подтвердить статус в отделе. Послушай, мы лишь наблюдательный пост подъемки. Главная станция совсем рядом. Они направят тебя на... Пока позволь моему другу Вартигонту дать тебе хороший заряд бодрости. О противоправном поведении немедленно наложить силам. Нужно пройти незамеченными. Если Геок поймает тебя, вся железная дорога будет под угрозой. Мы служим одной тайне. Пора в дорогу! Неопознанное лицо. Немедленно подтвердить статус в отделе гражданской обороны. Отряда гражданской обороны. Обнаружено уклонение от надзора. Отреагировать, изолировать, допросить. Вниманию, отряда гражданской обороны. Обнаружено уклонение от надзора. Отреагировать, изолировать, допросить. Обществу первого уровня. Подразделением ГО. Код пресечения. Долг. Месть. Полночь. Наземным силам ГО тревога
вход. Подавить. Меч. Стерилизовать. Внимание. Уклонистское поведение. Неподчинение обвиняемого. Наземным силам ГО. Тревога. Код. Изолировать. Огласить. Исполнить. Отряду гражданской обороны. Признаки антиобщественной деятельности. Код. Собрать. Окружить. Задержать. Гражданской обороны. Признаки антиобщественной деятельности. Код. Собрать. Окружить. Задержать. Станция разрушена, но впереди другие. Я останусь тут ждать остальных. Мы должны спасти железную дорогу. Вам бы лучше поспешить. Я должна остаться здесь. Возможно, будут еще беглецы. Я остаюсь здесь, а вы идите. Внимание наземного отряда ГО. Задействовано осуждение на месте. Внимание, ответили 647 ЕГОВ. Проверить численность. Готово. Отрядом поддержки, год 3, двигаюсь к машине. Код. Обезвредить. Защитить. Усмирить. Код. Подавить. Меч. Стерилизовать. Деятельности. Код.
Thank you.
сюда. Быстрее. Гражданская оборона у нас на хвосте. Мы подрываем железку, чтобы замести следы. Последним, кто здесь пройдет. Радуйся, что ты не тот, кого они ищут. У этого бедолаги вообще нет шансов. Похоже, они созывают все подразделения ГО в Сити-17. Они заполняют каналы Манхэками. Тебе надо уйти до того, как тебя начнут искать. О, черт! Слишком поздно! Спасибо за помощь. Слушай, здесь небезопасно. Я дам тебе кое-какие припасы, а потом тебе все-таки надо будет уйти. Удачи тебе там!
вниманию наземных сил. В сообществе найден нарушитель. Код. Сигнал отделения ГО. Порог 5. Thank you.
Thank you.
Фриман, верно? Нас предупредили, что ты здесь появишься. Железка переживает не лучшие времена. Станция 6. Это восточная черная меза. Как слышно? Доктор Фриман отправился вниз по реке. Дайте ему воздушный катер, окажите помощь. Повторяю, Гордон Фриман вернулся. Он должен дойти до восточной черной мезы. Тебе нужно спешить. Нас обстреливают!
Я надеялась, что вы появитесь. Я и воздушный катер приготовила. Скрыться от гражданской обороны на открытой местности непросто, но вы поднажмите, и все получится. На станции 7 вам помогут. Нужно только немного подняться по реке. Увидите старый красный амбар. Забирайтесь и заводите его. Доктор Фримен, садитесь же в катер. Воздушный катер, сэр. Воздушный катер, сэр. Вам бы лучше поспешить. Опасный уровень радиации. Станция 12, как слышно?
Обнаружены легкие ранения. Thank you.
Вниманию жителей! Ваш квартал обвиняется в недоносительстве. Штраф 5 пищевых единиц. Вниманию жителей! Ваш квартал обвиняется в недоносительстве.